Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях начальник отдела ГИБДД МБУ МВД России Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов. Мы рады приветствовать вас в студии. Какова ситуация с ДТП и вообще как водители себя ведут, как пешеходы? Добрый день. Ситуация, что характерно для Люберецкого района, так, остается сложной. Ничего не изменилось. Статистика, конечно, немножко в нашу пользу. Стараниями и, наверное, и администрации, и государственной инспекции, и дорожных служб, хотя иногда кажется, что они совсем этого не делают. В целом, и что немаловажно, стараниями участников дорожного движения, угу, если говорить про аварийность, особенно с пострадавшими, она понемногу, цифры снижаются, не намного, но тем не менее. И если говорить про январь этого года, то уже 17 ДТП с пострадавшими, из которых половина ДТП с пострадавшими из-за столкновений. Что характерно по сравнению с прошлым годом, когда, если вы помните, снега практически не было. Да, да. У нас было такое практически как демисезонье, черный асфальт, люди в темной одежде, без светоотражающих элементов. Плюс, опять же, у водителей при таких условиях дорожных создается иллюзия, что они могут затормозить в любой момент, потому что вроде как сухой асфальт. Но все равно погодные условия накладывают отпечаток. Плюс, и мы на этом еще остановимся, поведение пешеходов на дороге. Поэтому в прошлом году у нас была очень сложная ситуация, связанная с наездом на пешеходов. В этом году выпал снег. Водители, кому-то не хватает мастерства, кому-то не хватает просто навыков. Внимание, опыта, да, концентрации. Да. Вот, поэтому в этом году у нас преобладают пострадавшие из-за столкновения транспортных средств. То есть не держат дистанцию, да? Да. Причем, и я думаю, на этом тоже надо будет остановиться отдельно, большую вызывает тревогу именно ДТП с пассажирским транспортом. Водитель немножечко становится добросовестнее? Или все-таки это среднестатистическая цифра? Водитель, безусловно, становится добросовестнее. По трем причинам. Так. Во-первых, медленно в ходе всех вот этих мероприятий меняется ментальность водителя. Он понимает, человеческий фактор. Он понимает, что административный кодекс, камеры видеофиксации, общественное порицание, складывающееся общее социальное отношение к участникам дорожного движения, как пешеходам, так и водителям, поэтому происходит это изменение. Но вот я как раз вот об этом думал не так давно, почему такая инертность все-таки есть. Вы знаете, наверное, все-таки должно какое-то вот поколение пройти, вот то, что сейчас происходит в школах, да, вот. Так как мы сейчас детям рассказываем о том, как надо соблюдать правила дорожного движения, нам не рассказывали. Так как рассказывают об этом средства массовой информации, вот мы сейчас, вот вспомните, ну там, допустим, 20 лет назад, конечно, можно было представить, что с какой-то регулярностью, периодичностью в средствах массовой информации выходят репортажи, направленные на то, чтобы люди начали соблюдать правила дорожного движения. Начали с уважением относиться друг к другу. Этого не было. Хотя вот я смотрю особенно на наше советское поколение, к которому я себя тоже причисляю. Ну, тяжело вот этот менталитет, да, поворачивать. Тяжело. Ну, вот тяжело. Вот. То есть к порядку призвать, да, тяжело, тем не менее... Вот получается. То есть немножко рублем, немножко человек сам начинает понимать, немножко уважение появляется друг к другу. Шишки набивают, жизненный опыт так называемый появляется, что нет смысла горячиться. Эта горячность приведет к последствиям, которые вот... сведут на нет всю эту успешку. И давайте перейдем ко второй части. Вот вы правильно сказали, что в советское время, даже в позднесоветское, и в постсоветское, вплоть до вот последних десятых годов, как-то в основном у нас, если говорить о ПДД, правилах дорожного движения, то это, конечно, водитель. Ну, потому что он сел за руль, едет, и он самый главный такой опасный элемент на дороге. Но ведь пешеходы, как ни странно, тоже должны знать правила дорожного движения. И вот на сегодняшний день
Мы же прекрасно понимаем, что представить себе в каких-то, на каких-то перекрестках, что пешеход будет ждать, как положено, зеленого сигнала светофора, это не так, к сожалению, часто происходит. Он будет бежать тогда, когда ему удобно. Посмотрел, налево машины нет, направо машины нет, и побежал. Вот какой сегодня пешеход, насколько он становится, ну, старается выполнять эти правила, и, может быть, что-то новое есть в правилах перехода для пешехода? Я обращаюсь сейчас к пешеходам, к участникам дорожного движения. В первую очередь, к пешеходам есть совершенно четкое, прям, я бы сказал, золотое правило, которое спасет вам всегда жизнь. Вы должны не вот противопоставить себя автомобильному транспорту, подходя к пешеходному переходу. Вы должны найти глазами, как минимум, транспортное средство и убедиться, что оно замедляет движение. Uh-huh. Ну, то есть, а еще лучше вы должны убедиться, что это транспортное средство вас пропускает. В идеале программа «Максимум» найти глазами водителя, убедиться, что он вас видит, uh-huh. что он замедляется не от того, что он замедлился, что ему надо в телефоне что-то да, найти. Да, да, да. Вот. И программа прям «Максимум» максимума – это его поприветствовать, одарить его улыбкой. Сказать, можно я? Вот, сказать ему спасибо, он обрадуется, потому что нам же приятно, когда, да, мы, слово, да, да. когда мы вежливы, когда нам отвечают взаимностью. Вот, а, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Я вот могу и дальше там описывать эти эпизоды, потому что, вот опять же, я в силу должностных обязанностей на всех ДТП с пострадавших я приезжаю, вникаю в обстоятельства, и я поражаюсь того, как люди беспечно себя ведут, как за рулем, так и в качестве пешехода. Как будто как специально, да? Даже специально так не захочешь. Не захочешь, да. Вот, я вот просто говорю, не хочу омрачать эфир вот этими всеми подробностями, там, кто как идет, куда смотрит, или, правильно сказать, вообще не смотрит, и кто как ездит. Знаете, вот. По принципу, я ходил и буду ходить. А вы тут вот остановитесь, поверите, когда надо. Да. Самый, да, вот, даже возвращаясь к теме столкновений, с которых мы начали, угу. и ментальности, это уже отходим от пешеходов, вот, но это просто как эпизод к менталитету. ДТП на северной части города, ага. было. Опять же, один водитель не рассчитал сцепные качества на тот момент асфальта. И когда увидел приближающуюся машину, нажал резко на газ, и она просто стояла, прокручивала на месте. Второй водитель ехал явно не с зимней скоростью, угу. начал тормозить и удачно так затормозил, что еще и маршрутное транспортное средство столкнулось с ним, кроме той машины, которая не смогла покинуть перекресток. Угу. Современная. Немецкая машина, вот крепко он приложился к маршрутке, угу. Но пострадавших там могло не быть. Потому что, ну, я приезжаю, сразу же подхожу к машине, потому что это один из таких контрольных угу. вопросов. Открываю дверь, смотрю, а там вот наш вот этот вот российский вариант сиденья, не сиденья, ремень безопасности пропущен сверху через сиденье и в защелку вставлен. Я водителя спрашиваю. Вот этой ситуации достаточно, чтобы вы пристегивались. Он mm-hmm. такой молодец, такой, все, да, я понял. Говорю, mm-hmm. ну, я говорю, ну, молодец. Причем пострадала его пассажирка mm-hmm. И хорошо пострадала. Слава богу, без, так сказать, без серьезных тяжких последствий. Да. Mm-hmm. Вот. Тем не менее, ну, потом с инспекторами вечером уже на сдаче дежурства общаюсь, он и говорю, ну, как вот там товарищ-то вообще, там, что он рассказывает, как он, с какой скоростью ехал, как он оценивал ситуацию, почему не пристегнутый. И я понимаю, что он, ну, увидел, ну, пришел там в папахе полковник, на него сурово посмотрел, он там посмотрел на меня. Mm-hmm. Вот, ну, наверное, да, я сказал, я буду пристегиваться. Он говорит, я всю жизнь не пристегивался и пристегиваться не буду. Ну, чудо. Тут, да. Просто чудо. Ну да. Ну давайте мы о транспортной сейчас поговорим, о пассажирском транспорте во второй части. Напомню, что у нас и о других вопросах. У нас в гостях начальник отдела ГИБДД МВД России Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов. И транспорт, и вопросы. Вот еще коснемся рейда, который, так понимаю, называется «Стоп-гаджет». Уже само по себе название о многом говорит. Ну и, конечно же, о других вопросах безопасности дорожного движения во второй части нашей программы.
Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях начальник отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов. И вот давайте мы, коль заканчивали первую часть, такой плавный переход, когда пешеход становится пассажиром транспортного средства. Вообще, вроде бы, в последнее время очень много уделяется теме, чтобы люди чаще отказывались от транспорта и передвигались на пассажирском транспорте. Но все ли там хорошо? Возникает вопрос с точки зрения водителей этого транспорта и правильно ли себя ведут пассажиры этого транспорта. Тема пассажирского транспорта для нас не менее, наверное, актуальна, чем проблема с пешеходами. При том, что прошлый год, если говорить языком статистики, у нас, в общем-то, была достаточно стабильная ситуация. Нам удалось значительно сократить количество ДТП на пассажирском транспорте и количество пострадавших. Что делается с нашей стороны, вот чтобы было понимание? Кроме технического состояния, больших достаточно требований к транспорту, подвижному составу, кроме того, что к самим паркам предъявляются большие требования, их оснащенность, к водительскому составу, это большая проблема для столичного региона. Не каждый водитель, к сожалению, в наше время готов работать в тех условиях, которые работают водители пассажирского транспорта. Негласные проверки проводятся. Что значит негласные проверки? Это прям следует инспектор на машине скрытого патрулирования за автобусом. То есть едет, фиксирует и потом? Едут, фиксируют, доезжают до конечной остановки и все это перекладывают потом на административный материал. А как же тогда автобус узнать, что за ним едет? Он как видит? Он и не должен знать. Не должен, то есть без... Хотя они уже знают, посматривают. Ага. Что тоже без имеет... сирены, короче. То есть детектив прямо настоящий. На машине скрытого патрулирования. То есть у нас есть машины, которые без специальной раскраски. Можно так делать, да? Это не закон, это одна из методик, которая уже сложившаяся практика. Одна из форм контроля за качеством и безопасностью пассажирских перевозок. Сейчас прям совсем легким штрихом по этому поводу остановлюсь. Опять же, все направлено на безопасность, техническое диагностирование транспортных средств пассажирских. Теперь будет исключительно на пунктах технического осмотра с участием государственной инспекции. И та жесткость контроля, фото, видео, GPS, локация позволит нам утверждать, что техническое состояние этих транспортных средств действительно будет соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются. И оно реально было проведено, это да, исследование. Что немаловажно. Хорошо. Времени не так много, вопросов много. И я думаю, что вот я впервые, для меня, по крайней мере, такое интересное словосочетание «социальный раунд», «стоп-гаджет». «Стоп-гаджет» я понимаю примерно, о чем идет речь. А что такое «социальный раунд» и почему именно этот раунд называется у вас «стоп-гаджет» вот в последнее, так понимаю, время? Прошлый год себя очень хорошо зарекомендовала программа «Безопасное дорожное движение». Это все вот в рамках, опять же, федеральных программ. Ежемесячно, с учетом имеющейся статистики, с изменением, так сказать, направленности, проводятся социальные раунды. В настоящее время с 25 января по 28 февраля идет социальный раунд «Стоп-гаджет». Ну, как вы сказали, по самому названию понятно, что он направлен на то, чтобы водители, пешеходы во время движения не пользовались телефонами, тем более, что правилам дорожного движения водителю запрещено использовать телефон, и вообще в руках запрещено держать. Да, вот да. Он в руки взял, он уже нарушил административный кодекс, соответственно, 1500 штраф ему можно смело выписывать. Чем, собственно говоря, и занимаются инспектора, это... Причем зафиксировать это тоже не тяжело. Вот это вопрос, кстати. Вот меня останавливает инспектор и говорит: вы только что держали в руках телефон. Я говорю: я не держал. Докажите. Тогда начинает меня спрашивать про аптечку, чтобы я понял, что я должен согласиться. Современные средства видеофиксации с большим разрешением позволяют достаточно на большом расстоянии зафиксировать. То есть это веб-камера. Раз. Так. Во-вторых,
Вот, веб-камера, я понимаю. Как бы вам правильно сказать? Да. Даже у нас же народ настолько по этому поводу не затевается, да, то есть он не считает это как бы чем-то серьезным. У нас 1500 штрафов, вот, пока вот не хватает понимания, что это действительно серьезное нарушение, что с этим надо что-то делать. Причем я разговариваю с людьми, там, состоявшимися, состоятельными, да, передвигающимися на иномарках. И я говорю, а почему вот нельзя там свободными руками пользоваться? Да. Там? То есть это же все удобно. Есть, все это есть же удобно, да, я там рассказываю примеры, почему там какие-то доли секунды, в руках был телефон, человек не успел среагировать, там просто даже засигналить. Посигналить там, машине или пешеходу. Вот как водитель, вы понимаете, если если у вас в мертвой зоне машина, вы пытаетесь совершить маневр, и вам посигнали, вы уже сразу или как минимум прекращаете маневр, или пытаетесь оценить ситуацию, чтобы изменить направление движения машины. И вас и другого участника дорожного движения спасла та самая секунда, когда он нажал на сигнал, а в это время у него могла быть в руках телефонная трубка. А инспектор может остановить, сказать, вы говорили сейчас по телефону? Или это трудно доказать? Я действительно спрашиваю именно без камеры. Чтобы вы понимали, на настоящий момент, при том, при всем, что это не основная задача, там достаточно много более ответственных направлений работы, больше 100 человек в Люберецком районе привлечены по этой административной статье к ответственности. Причем зачастую это делается очень просто, как я начал говорить. Вот в потоке едет инспектор, он видит, вот, а рядом там вот там. Ага. Все, иди сюда. Иди сюда. Все понятно. Вот, останавливайся. Причем, опять же, ну, сейчас мы пытаемся таким образом привлечь к этой проблеме и к пониманию этой проблемы участников движения. Хотя зачастую, если инспектор видит, ну, там, деятельное раскаяние в глазах и на словах, то, в принципе, профилактическая беседа ограничивается до самого воздействия на водителя. И еще вопрос, мы же не можем его не адресовать. Пьянство за рулем, и не только пьянство, и, к сожалению, у нас бывают люди под другими химическими веществами находятся за этим. Как с этим у нас сейчас обстоит ситуация? И, отталкиваясь от этого серьезного нарушения, мы, я имею в виду Люберецкое, составляющая общего движения. Как у нас дело с этим? Имеем печальную статистику. В прошлом году ДТП с участием нетрезвых водителей было аж 7 ДТП. При этом в 2 ДТП водители погибли. И это на фоне того, что мы за год привлекли за управление, как вы сказали, в нетрезвом, и не только, потому что наркотическое приравнивается тоже к состоянию опьянения, больше 500 человек. 500? Больше? Больше 500 человек. Ого. Почему 500? Потому что 500 – это только по административной линии, и еще 80 человек – это вот прям приготовьтесь, это вообще прям очаровательная цифра. Статья 264 Уголовного кодекса часть 1, прим. 1. Это когда лишенный права управления находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ну, то есть это уже ужас-ужас, как это, говорят. Это да, это уже вот туда ближе к этим психологам и почему наркологам. Почему не получается ничего сделать? Более 500 человек, это же много. Как заставить? Вы знаете, это еще немного в том плане, что это еще есть, так бы, так сказать, латентная статистика. То, что... Сейчас какой у нас самый вот штраф? Он там же какой-то уже прям нереальный. Там дело не в штрафе, дело в том, что там от 1,5 до 2 лет лишения, 30 тысяч штраф. Сейчас законодатели рассматривают, и я с этим соглашусь, вот глядя на статью 264, я думаю, какие-то поправки, возможно, со временем появятся, что просто в принципе будут у человека по 264 статье изымать транспортное средство на период лишения его права управления, на период им отбытия наказания. Ну, чтобы он не мог. Да, ну, потому что вот русский авось, он вообще мощнейший. Поэтому работа эта ведется очень... Себя хорошо зарекомендовали массовые проверки. Это когда у нас водители неоднократно наблюдают, то есть когда выстраивается цепочка инспекторов, несколько машин. Задача, так сказать, в процессе быстрого общения. Причем уже люди привыкли к этому, им уже тоже нравится, они уже не делают с этого проблему, ну, не считая там ютубовских мемов со словами «а так можно было». Да. В принципе,
Наркомана сразу увидит водитель, вот к слову сказать. Алкоголика тоже сразу увидит. Массовые проверки на общую статистику тех 500 человек, которые были выявлены, не сильно повлияли, но они закладывают самое главное – неотвратимость наказания. Да. То есть, рано или поздно что-то может произойти. Да. У участников дорожного движения. Поэтому проводим. А вы проводите их, я имею в виду, в одной, ну, как понятно, что... В разных местах, в разное время, с учетом текущей статистики. Понятно. Ну, чаще всего с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, когда логично, или праздники. В том числе. Ну, последний вопрос. Мы поговорили о пешеходах, о водителях, о нарушителях и о какой-то ментальности, о тех, кто все-таки, может быть, задумается даже после нашей программы. Где-то надо пристегнуться, где-то нужно оставить свой телефон в покое. Дети. И вот вы в самом начале нашей программы говорили о правильном воспитании правовом, в том числе и детей. Что вот делается сейчас в этом? Потому что им жить дальше, когда я даже не знаю, какое будет дорожное движение к тому времени. То есть без правил будет очень трудно. Их надо знать, их нужно выполнять. Ну вот по крупицам мы это создаем. Угу. Опять возвращаемся к тому, что закладываем у детей правильную модель поведения на дороге. Надо понимать, что ребенок – это ребенок. Мы же вот все были дети, да? Вот мы сильно там в детстве там, вот по этому поводу думали. То есть это вот настолько надо достучаться до ребенка, каждому родителю. Далеко ходить не надо. В декабре прошлого года было совершенно страшное ДТП. Из-за стоящего потока на улице Смирновской вышел мальчик. Водитель «Газели» не успел отреагировать, проехал ему по ноге. Ну, слава богу, там вот все на настоящий момент уже более чем хорошо завершилось. Вот чья вина, вот на ваш взгляд, в этой истории? Наверное, вы идете к родителям, я так думаю. Ну, вот версия, да, давайте, кто виноват, да? Ну, мне кажется, что прежде всего, наверное, виноваты, ну, ребенка... Наверное, родители, те, кто воспитывает, тот, кто говорит, что не делай так. И потом, может быть, виноваты все мы взрослые, когда ребенок видит, что мы нарушаем правила. Он их как бы точно так... Вот золотые слова. Участников и виновных так много, что мы их вот конкретно назначить виновного в лице водителя, который по правилам дорожного движения пункт 10.1 должен при виде препятствия остановиться. И заканчивая ребенком, который, вы правильно сказали, некий пролом, чик в заборе, в перильном ограждении, и очень удобно переходить на противоположную сторону. Там идут взрослые, и он там не ходил, вот мы с ним разговаривали, он так не ходил, но он торопился. Мальчик волшебный. Вспомнил о том, что есть, да, проход. Шел с кружка по выжиганию. Вот прям, я прям себя вспомнил в молодые годы, тоже ходил в кружок по выжиганию. И ребенок, понятно, что он вот меньше всего думал о том, что вот надо вот как-то там сейчас смотреть, вот на тот момент. Хотя достаточно взрослый ребенок, хотя его родители должны были этот маршрут с ним вот прям просто пройти условно за руку и обратить на все внимание, сказать там, сынок или там доченька, вот мы ходим только так. Мотивацию внутри семьи, я думаю, каждая семья определит самостоятельно. Но в этом вот, наверное, в первую очередь, как вы правильно сразу заметили, заинтересованные родители. Что бы вы пожелали сегодня, вот в начале нового 2021 года, я имею в виду, хоть у нас уже февраль, тем не менее, вот всем участникам дорожного движения? На что надо обратить особое внимание, чтобы в декабре, например, подводя итоги, мы бы сказали, год прошел прекрасно? Взять на вооружение все сегодняшние советы. Так. Запастись хорошим настроением. Потому что хорошее настроение, оно притягивает в себе хорошие события. А если мы с плохим настроением и забыв про все рекомендации и все весь жизненный опыт выйдем на дорогу, то получится тот результат, который мы иногда видим. Поэтому пожелание одно – соблюдать правила дорожного движения и быть здоровым. Ну, а мы рассчитываем на вашу помощь, да?
когда инспектор не только, скажем так, останавливает и сразу чувствуешь, даже ничего не совершив, как раньше было, да, что как, а иногда действительно человек просто скажет, что что-то приятное или обратит внимание на что-то, да, и не будет вас ругать. Такое же тоже бывает, об этом, к сожалению, мало рассказывают. Поэтому вам, вашим коллегам тоже хорошей работы, и надеюсь на то, что действительно советом вы последуете. И, кстати, я так понимаю, что зайдя на любой официальный сайт инспекции, федеральный, да, можно посмотреть какие-то новые форматы, новые, может быть, изменения, они у нас вводятся, и по поводу нарушений, по поводу введения штрафов, надо за этим тоже следить, потому что незнание закона, да, не освобождает от его ответственности. Спасибо огромное. У нас в студии был начальник отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкая, полковник полиции Илья Атаманов. Всего вам доброго. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог».